С нами Максим Волков, московский теннисист, который только что оформил выход в четвертьфинал всероссийских соревнований ТОП-16, где собрались самые сильные теннисисты России. Какие ощущения? Ощущения классные. Когда ехал сюда, не ставил себе каких-то определенных задач. Просто поиграть ехал. Ну, как складывается, уже который раз, что когда еду просто поиграть, получается намного лучше, чем когда ставлю задачи. Думаю, надо задуматься над этим. Как складывался последний матч с Ади Исмаилом? Это же была игра за первое место? Да, складывалось хорошо. Вот. Где-то чуть повезло, где-то помог тренер. Все сыграл, как мне показалось, грамотно и просто хорошо. Вы довольны собой? Ну, можно и так сказать. Конечно, можно и лучше, но в данный момент довольствуюсь тем, что есть. Есть ощущение, что вы набираете форму по ходу турнира? Не знаю, я не задумываюсь насчет этого, набираю я или не набираю. Просто выхожу на матч и играю, как делаю то, что умею. Вот и все. А там по ходу матча уже просто что-то меняю и все. Ну, это здорово, что вы вышли с первого места и уже точно не получите в первом матче ни Вову Сидоренко, ни Максима Гребнева. Ну, наверное, классно, но, в принципе, без разницы, надо играть всегда со всеми и не выходить на матч и думать, что кто-то там из суперсильных игроков, а просто делать то, что ты умеешь, и все может сложиться, можно выиграть, можно проиграть. Главное, выходить с боевым настроем всегда. Мы желаем вам сохранить этот боевой настрой, чтобы у вас все получилось, выполнить все установки тренера, чтобы результат был максимальный. Спасибо большое.